Наша цивилизация охвачена страхом. Нужно прекратить бессмысленную войну навсегда. Новый предел возвёл человека на новые высоты. Вместе мы сделаем шаг к будущему. Молодец. У тебя новое задание. Тебя отправили на небольшую подвозку. Гаврилов, ваша крупнейшая исследовательская станция. Твоя нейросеть пройдет обновление биологического материала для доступа к новейшему механоиду. Ища, где будет синхронизирован с твоей нервной системой, тогда ты сможешь управлять. Приготовим тебя к бою. Твоя нейросеть обновлена. Ты чувствуешь побочные эффекты? Размытое зрение, отказ моторики. Пока все хорошо. Отлично, начинаем калибровку орудийных систем. Уничтожь наземную цель. Система Земля-Земля откалиброванная. Запускаю дрон. Уничтожь воздушную цель. Система Земля-Воздух откалибрована. Сопроводи отряд к цели. Исчадие теперь оснащено системой групповой телепортации. Испытаем его. Перемести... Опа, массовая телепортация. Жух. О, неплохо. Командир, опасность воздуха. Сигнатура совпадает с мировой угрозой. Как они нашли нас? Этого я и боялся. Они знают, что у нас есть механоиды. Они летят к отряду Альфа. Перебросьте силы к Альфе. Силовые ядра не должны пострадать, иначе корабль взорвется. А, у меня счетчик есть. Так, давайте-ка. Сейчас мы туда всех перебросим. Node Alpha is sustaining damage. Так я не понял. Ты что делаешь? Ёкарный вебвей. Ладно, проще пешком дойти. В смысле, вы пойдете или не пойдете? Идите. Все, пешком идите. Делюсь, технологический транспорт. Поддержка увеличит урон, получаемый врагами, или оглушая от их гравитационным ударом. Можно улучшить, чтобы увеличить дальность обзора. О, это прикольная тема. Минотавр, Огр. Чтобы увеличить... Опа, давайте закажем их обоих. Почему бы и нет. Так. Теперь мы схватаем вас. О, ты всех загасил, красавчик. Гасим, гасим. Все, победили. Ну, на самом деле, старт миссии выглядел, как будто бы, знаете... О, противник идет к главной базе. Как война для окончания всех остальных войн. Может, знаете такую? Так, я не понял. У тебя что, дальность есть? Ты что не сообщаешь, что у тебя дальность... А, у тебя реально есть дальность. Не знал. Давай. Все. К базе приближается источник угрозы. Нифига себе. Так. Мировая угроза, до свидания. Кстати, у них здесь щиты есть, они как бы протосы. Так что неплохо, неплохо. Так, я думаю... Опа, сигнатура противника на западе, движется к альфа-ядру. Так, надо бы одного захватить, чтобы он починил здесь.
Эй, не-не-не-не-не. Ну и строительство. Чини. Эй. А, вот ремонт строения. Все. Все, потихоньку все отстроим мы сейчас. 4-5. Одного не ставим. Опа, меню. Вы ничего не видели? Осталось времени. Что это значит? Что, до чего осталось времени? Типа нужно пока развиться? Аид. Так, ну что-то строить надо еще. Давайте посмотрим. Казарма пехоты, транспортный завод, аэродром. Турель. Вот турель бы построить, на самом деле. Так, через 2 минуты. Да, мне получается надо типа заранее подготовиться. Но что я сделаю? Может, не взрыв энергии носит урон врагам поблизости, вот неплохо. Блин, вообще это на нацистов похож. На не неонацистов или как там правильно. Да, сражения турели сами разворачиваются, но неплохо, неплохо. Пять, шесть, семь. Семь, а, ну двое из них, три. Я вроде пришел. Здание ремонтируется, да, ремонтируется потихонечку. Все они здесь протосы на самом деле. Давайте-ка улучшать. Блин, а я больше не могу заказать, да? Да, не могу заказать. Ладно, тогда апгрейд закажем. Подсоединение резидки дру альфа, контакт через одну минуту. Да можно и побыстрее на самом деле, я вроде всю армию забил уже. По возможности. Не-не-не-не, оставайся тут. Вроде добывать больше негде и нечего. Но лично я, по крайней мере, не вижу. У нас даже есть бафер, дебафер какой-то. Минотавр. О, единица атаковать воздушные и наземные цели. Ну, такой, знаете, увеличение дальности стрельбы. Такой, знаете, я бы сказал, универсал, наверное. Давайте прочитаем по него. Пехота дальнего боя с тяжелыми энергетическими пушками можно улучшить, чтобы увеличить дальность стрельбы. Передовая пехота дальнего боя, наносящая урон по области, можно улучшить, чтобы замедлять вражеские цели. Понял, принял, осознал. Исчадие. Летит кедру альфа. Все. А, мы ему даже приземлиться не дали. Все. Воздушные судна противника идут кедру альфа. Не приземляться даже не даем нормально. Да мы и так знаем. Да, мы не даем приземлиться. Все. А, они, наверное, рассчитывали, что мы будем просто их на земле добивать потом только. У альфа угроз не обнаружено. Устанавливаем экран от радиации для защиты ядра альфа. Теперь оно в безопасности. Идет установка на других позициях. Ждите. Противник приближается к ядру бета. Контакт через одну минуту. Так, мне и базу защитить надо, типа, получается, да? Как будто турели сейчас сами справятся, да. Турели сейчас сами справятся, но мне кажется, надо... Подстроить турельки-то. Подстроить сторожевую турели. Action. Ну, лютые протосы, вообще реально лютые протосы. Все, зафотонивание началось. На подъезде к базе, что? Так, ладно. Вы стойте тут, и я пойду туда. Что-то обломками флокера? Отправили поисковые группы, в течение часа получим. Что это такое важно? Просто протокол, прототип нового механоида Титана. Надеюсь, он пережил кораблекрушение, ему нет цены. Он че, бесплатный, что ли? Противник летит к ядру бета. Пускай летит, его там уже ждут.
boots down on node beta. Node beta incurring damage. Do наносит урон. Enemy air on approach vector toward node beta. Incoming bombardment to our position. О, у нас бомбардировка нашей позиции, немедленно отводите войска. Беглый огонь, бежим, бежим. Повреждено от вражеских снарядов. Да я не могу подойти, чтобы помочь. Эти сволочи не дают. Все, давайте. Строй дрон. Иди сюда. Чини. Летит к бета. Давай, давай. Гасимся, гасимся. Да чё Аида-то нет? Ладно. О, нет, чё Огр-то, Огр-то? Не нужен нам Огр, нам Минотавр нужен. Пусть попытается выбить меня отсюда, давай. Рискни здоровьем, так сказать. Гасимся, гасимся. Эх, все, до свидания. Пум, нет вас. Гасите, гасите его. До контакта 2 минуты. Ну что ж, вражеские зонды, нифига себе. Вот тут меня начинает постепенно разводить на самом деле. По нескольким фронтам. Сторожевую турель бы открыто сам. Вот так, вот так, вот так. Так, давайте сюда, а ты туда. С двух сторон их раздавим. Да. Ну, Минотавр имба. Ой, точнее, какой Минотавр? Исчадие это имба. Причем жестокое. Да, ну нет. Ну, ладно, разборка. Так. Турелька. Турелька. Так, турелька, 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 турелька. Так, мы его здесь загасим, конечно. Здесь вообще без вопросов. Так. Ты идешь сюда, да? Иди, иди. Исчадие должно уцелеть, защитить ядро гамма. Так, это кто? Здесь чели конец, здесь чели конец. Так, ты иди добывай. Гасим, гасим. Я думаю, предполагалось, что мы еще будем здесь застраиваться. Но, к сожалению, не судьба, не судьба. Да, это печально. Ой, плазмоганы, как бьют по ним. Ну, в связи с переделкой, конечно, классные здесь, да, реально. Очень классно. Очень, очень хорошо в связи с переделкой, знаете. Я бы сказал. Да, знаю, знаю. Но у нас антиэйр хороший. Так. Помянем, помянем. Просто рассыпались об стенку. Зачем нам хилки, когда у нас есть щиты, да? В натуре. Офигеть! В небе валяются люди. О, а нам уже плохеет, кстати, на самом деле. Нам уже плохеет. Но я должен сделать вот так вот. Супер атака! Жух! Бам! Все, вам жопа. О, так и мне скоро жопа таким образом, да?
Да. Тяжелый транспорт обеспечивает цели взрыва. Себе дронами. Воздушных целей. Так. Мне нужно что-то с этим делать. Кстати, что я могу? Ноль поля. Союзники в области действия временно получают меньше урона из всех источников. Давай. Зона радиации в выбранной области происходит всплеск радиации, наносящий урон противникам. Неплохо. Надо. Ой, я защитил. Блестящая работа, командир. Твоя нейросеть теперь контролирует всех наших механоидов, вплоть до класса Титан. Используй их с умом. Поисковая команда обыскала обломки Фолкер, Титан пропал. Что? Как это возможно? На Фолкнере обнаружили следы экипировки Призрак, там побывал черный список. Верни мне этот прототип. Мы вернем Титан, Сайфер. Прометей пытается определить координаты последнего сигнала Титана, это может занять время. В общем, базу мы свою отбыли плавучую, но... У нас тем временем свистнули очередной там Титан, Мега Пипан, Супер Братан, ну в общем какой-то им оружие. О! Ну мы победили, конечно, давайте посмотрим по логам, что здесь. О! Секрета. Секрета, что-то разведки на рог. Нарка в указанной точке. Хорошо. Титана 05, прототип. Классификация механоида, тяжелое механизированное оружие. И тут его характеристики. Тестовый кейс проекта, нифига себе, статус теста пройден. Мы можем предвидеть все варианты когнитивного расчета. Энджел предрасположен к решению проблем в опасной ситуации. Скорее всего, детская травма и предательство отца вкупе с Сайфер перебивает у него блестящий ум. Тестирование завершено. Приступим. Протриду Y, мощная нестабильная ионная батарея. Может, короткий мощный взрыв. Прикольно. Отчет разведки к северу от наших позиций обнаружены войска мировой угрозы. Этот флот под командованием Ордена. По нашим расчетам, ядро с прототипом X-спутник-вампир сможет починить большинство орбитальных спутников и обеспечить глобальное покрытие. Прототип вампира успешно прошел первые испытания. Теперь он умеет находить спутники поблизости и заражать их вирусом, который перехватывает контроль и заражает другие спутники. Гора Райли – единственная точка на этой широте, где достаточно мощности для вызова вампира на орбиту. Запуск займет некоторое время, но саму базу легко защитить. Мой план почти свершился, нам никто не помешает. Ох, да. Ну, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось или не понравилось, обязательно ставьте лайки или дизлайки. На этом все. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.